А все-таки, чтобы там не лаяли, а мне здорово с хозяйкой подфартило. Ну, посудите сами. У большинства из нашего племени хозяева, прямо скажем, отстало никудышные. Улягутся у телеящика и не впопад рассуждают, какой ногой надо было пас давать, а кому вообще не давать. А мне этот их виртуальный футбол по большому армейскому барабану. Лично я больше всего на свете в Орехово на лыжах кататься люблю. Так что как выходные, хозяйку пораньше бужу и на полумарафонскую дистанцию ставлю.